Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и впереди вас ждет необычный ФФА-сериал. Обычно, как всегда, в таких видео я играю, но на этот раз это будет финал моего ФФА-турнира, в котором, собственно, участие в финале для меня как-то странно, раз ты организатор, то, ну, в финал попадать не очень, по-моему, правильно. В любом случае, я это задумывал именно для того, чтобы впервые показать вам ФФА с видом от всех вообще шестерых участников. Ну, для начала я вам покажу турнирную таблицу этого ФФА турнира. Вот сколько тут человек участвовало. Записалось 44, по-моему. Нет, 42 человека. При этом раз, два, три, четверо так никакую, ни одной игры не сыграли. Так что 38 человек участвовало, будем считать. И в итоге, кто набрал больше очков, тот и в финал попадает. Ну, так как это был первый ФФА-турнир, естественно, тут были всякие нестыковки, проблемы. Я, в общем, решил, что для следующих турниров очки за места давать не надо. Просто финал пускай проходят те, кто больше всего раз и победил. А если будет одинаковое количество побед, тогда там смотреть, какие они места до этого занимали. Потому что в любом случае получилось, что тот, кто два раза побеждал, тот в финал и прошел. Ну, я тоже участвовал в этом как бы турнире. И вы видели, я выкладывал три ФФА-сериала с турнира, где я играл. Вот за Японию, за кельтов и за Турцию. Вы можете посмотреть у меня на канале. Я думаю, в описании тоже я дам ссылки на эти ФФА-сериалы. Если вам интересно глянуть, то посмотрите. Но, несмотря на то, что я тут два раза победил, еще раз повторю, я считаю, что я в финале играть не должен, потому что, ну, организатор. И в итоге у нас получилось, что в финале играют Гонза, Ара, Анатолий, ну вот видите, тут серым так отмечено, кто в финале, Кицал, Сириус и Тутанхамон. Ну, все знакомые вам лица, в принципе. И я долго, видите, этот финал прошел, по-моему, в октябре. Видите, как долго я его не выкладывал, потому что, ну, надо было технически решить проблему, как это, собственно, вам показывать. Потому что сидеть просто монтировать – это очень много времени. Но я нашел, как бы в реал-тайм переключать камеры и прочее. Тут надо было побольше винчестеров подготовить для этого дела. Вот, так что впереди, я надеюсь… А, ну и, во-первых, саму игру я так и не смотрел. Я просто знаю, кто победитель. Только знаю, кто победитель. Но игру я не смотрел, так что я вместе с вами, комментируя, буду, собственно, и узнавать, что там происходило. То есть, вот как комментатор на футбольном матче, знаете, смотрит вместе со зрителями, так и я вместе с вами буду комментировать, высказывать свои предположения, говорить, как лучше было сыграть, как или хуже, наоборот. В общем, ну, новый формат, я такого никогда не делал, поэтому я так долго и объясняю. Ну, а на будущие ФФА-турниры я немножко изменю, конечно, формулу проведения. Возможно, будут в полуфиналы. Но самое главное будет просто учитываться победа. Потому что вот в этом турнире так оказалось, что некоторые люди вместо того, чтобы стремиться к победе, наоборот, стремились к какому-то месту, чтобы занять какое-то место определенное. Там третье, четвертое. Хотя это все равно в итоге никак не повлияло на выход в финал. Те, кто стремился к победам, те, кто побеждал в своих играх, те и в финале, и, в общем-то, в итоге оказались. А те, кто вот так пытался какое-то место себе занять, они и никуда не прошли. Так что поменяем формат. Ну, неважно. На этом все. Давайте перейдем все-таки конкретно к игре. Ну что ж, начинаем игру, начинаю запись. И вот мы видим место появления Сириуса. Так, давайте перейдем к Кицалу. Кицал уже поставил город Фивы. Теперь глянем, что у Анатолия. Он играет за Персию. Следующий у нас на очереди Ара за Майя. Вот он, блин, не в тему включил технологии. Так, пятый на кнопке 5 у меня Тутанхамон, Эфиоп. Он уже поставил город. И шестой у нас Гонза Ацтек. Тоже поставил город. У нас Тутанхамон, Гонза и
Кицал, города уже поставили. Ну, давайте разбираться со стартовыми местами. Что тут у кого как. У русского, в принципе, неплохо, как я вижу. И горы, и две драгоценности. Ну, как минимум, два неплохих ресурса начальных. Тем более они на холмах, тем более производство. Все нормально. Единственное, что с едой не очень. То есть, видите, одни бананы и все. Как-то не особо будет расти. У Кицала, ну, по-моему, неплохой морской старт. Погнали. Вот видите, там уже подгоняют Анатолия. Да, имейте в виду, звук... звук из игры будет... Да, очень сложное решение. Давайте. Кстати, глянем, что там у Анатолия. Ой, это я включил. Так, вот Анатолий. Видите, у него игра с модом на что, всякие дополнительные... Пойдет или нет? Ставим ставки. На всякие дополнительные штуки. Ну, причем на DirectX 9 играет. Все, пошла игра. Ну, вот Анатолий, конечно, место похуже по сравнению с тем, что мы видели у всех остальных. И, не знаю, я бы на его месте, наверное, еще походил. Погулял. Хотя бы вот туда, видите, пустынный холм справа, рядом с горой. Почему бы туда и не прыгнуть и не посмотреть, что там будет. А так он и не на море поставил почему-то, на одной клетке от моря, да? И не рядом с горой. Ну, то есть, это не очень хорошее место для аджора, по-моему. А когда ставишь город на лесе, лес уничтожен, идет в производство? Засчитывается? Нет. Я вам тоже скажу, что нет, лес не идет. Так, ну давайте, кто у нас еще? Вот Ара, посмотрим, куда поставил город. Потому что до этого мы не видели. Ну. А что ты Ара сделал? Что у тебя пошло? Мод удалил? Да. Практически все поставили рядом с горой, кроме Гонзы и кроме Анатолия почему-то. Почему за Перс не поставил рядом с горой, не прыгнул хотя бы посмотреть что-то, мне непонятно. Может, его очень сильно взволновало то, что уже столько людей поставили города? Ну, не знаю. Так, по-моему, никого не встретил. Ага, вот Кицал уже нашел город-государство, как я понимаю, с Верой, и сразу принял пантеон на еду от апельсинов и от пшеницы, ну, и бананов, естественно. От варвара. Ну, в принципе, неплохо. Ну, это, считай, два в одном. Ты и варваров нашел, и руины, ой, и карту. Отлично. Да, карту, два этих самых аж. Два тайла открыла. Это Гонза сейчас там возмущается, что ему немного показали руины. Ну, карта Пангея, обычные варвары, руины включены. Только один Ара, да? Не, на побережье так-то. Там Гонза нам устал, и кто-то еще, по-моему. Ну, видите, Сириус не успел посмотреть по очкам, кто на побережье. Я могу сказать, что Гонза и Кицал на побережье. Все остальные, ну вот почему? У меня вопрос по постановке города, собственно, только к Анатолию. Немножко странный выбор. И были возможности посмотреть, куда еще вставить, и тем более есть и горы, и холмы в другом месте, а он, получается, поставил город не на самом лучшем месте. Ну, по моему мнению. Из тех мест, которые я вот вижу у соперников, я бы сказал, что у русского очень неплохое место. У Кицала чуть похуже. То есть у него на еду, конечно, много, но непонятно пока что с производством. Холмы есть, но... У всех такие джунгли, так, у меня. То есть средненько. Я бы не сказал, что у него типа плохое место. У него очень такое нормальное место, играть можно. У перса, мне кажется, плохое. Хорошо у тебя ацтек? У майя тоже среднее, и у него плоховато, что много джунглей довольно.
С другой стороны, у нее есть куда города ставить. Я вот вижу, то есть, смотрите, у нее тут как минимум 3 овцы. То есть, например, следующий второй город может использовать конюшню и очень неплохо развиваться. Ну, посмотрим, как оно там дальше будет. Так, что у нас у Эфиопа? У Эфиопа тоже неплохое место. Смотрите, у него и 2 оленя, и лошади, и производство есть, и, ну, горы, как всегда. Так, вот как раз у него пришло время брать пантеон. Давайте глянем, какой он пантеон возьмет. Пока он тут ходит, собирает. Интересно, тут на хамон, смотрите, первым ходом не брал руину почему-то. Интересно. А вот Ацтек и Эфиоп встретились, кстати. Ну, что берет? Он, похоже, не выбрал еще. Ну, у него тут разные варианты есть. Нету чего-то такого прям, чтобы вот супер-пупер. Что, возьмет король солнца, похоже, да? Да. Ну, такой. Это такой универсальный пантеон, когда не знает, что брать. Ну, и у Ацтека давайте глянем. У Ацтека 2 жемчуга неплохие. То есть, в принципе, я бы сказал, что практически у всех участников игры места равные. Что интересно, согласитесь. Единственное, почему-то себе подгадил немного перс с постановкой места. Ну, сейчас посмотрим, как участники это все реализуют. Так. Ну. Перс, похоже, пошел в волю. А, нет, еще просто никто не... Да, вру. Еще никто просто не принимал политики. Всех по плюс одному. Ну вот, плюс 6 у Майя. То есть он уже и построил и статую, и принял традицию. Ара у нас идет в традицию. То же самое про Эфиопа. Можно сказать, Эфиоп тоже в традицию. И Ацтек тоже далеко в традицию. Сюда? Ну, нет, недалеко. Ну, чё, перс? Как делить? Это Эфиоп с Ацтеком. Ну, вот, видите, Эфиопа встретил. Он видит, где Ацтек. А что там? А что тут? О, там выходит у них в тимспике. Ну, смотрите, русский и Ацтек довольно близко. Они уже друг друга увидели, кстати. Мне тоже интересно. Ну, вы знаете, похоже, что у перса, кроме русского, собственно, соседей не будет. Поэтому Сириусу надо волноваться. Надо встречать второго своего соседа и как-то с ним договариваться. Вот. А у перса, видите, все довольно в этом плане хорошо. С другой стороны, правда, я думаю, что Сириус будет по развитию перса опережать. Видите, не очень хорошие места у перса. У перса не очень хорошие места для того, чтобы следующие свои города ставить. А что у русского? Ну, естественно, я думаю, что и перс, и русский свой второй город поставят в сторону друг друга. Ага, вот видите, у Сириуса другой его сосед Майя. Ну, за горами. А вот ты где, Полин. Ну, не очень, да. То есть, все-таки я не думаю, что в данном случае Майя будет как-то напрягать Россию, потому что далековато все-таки. Так, все что-то строят. Значит, у нас получается вот втроем Россия, Персия и Майя. Они примерно рядышком. Давайте теперь смотреть, что у остальных. Кицал. Сам уже посел начинает фигачить. Эфиопия вообще как-то на отшибе появляется такая, отдельно от всех. Несмотря на то, что там вроде рядом Майя.
Ну, практически все пошли в традицию. Точнее, все пошли в традицию, просто... Конкретно все пошли в традицию. Да, у Ацтека тут... Ну и Ацтек так... Вы знаете, получается, рядом... Ну, нет, так вполне может, правильно, что все пошли в традицию, возможно, кроме... Населены эти джунгли. Ну, мне просто русского и перса. Я оставлю незаселенный, у меня один город будет, только одна столица. Что, вообще там сверху некуда? Так печально. Да, да. Там сверху море, внизу вот это вот. Но смотрите, почему бы персу не поставить свою столицу вот на этот пустынный холм справа? Почему он туда поставил? То есть для меня это загадка на самом деле. Он, в принципе, правду говорит. Вы можете подумать, что он типа врет в том плане, что места у него тут дофига, но по-хорошему это не самые лучшие места, куда ставить. И вот этот вниз поставить, ну, не прям вниз уже, прям на так в наглую к Москве на реке, но вот хотя бы там, где олени, вот видите, слева красители. Почему нет? То есть, мне кажется, из всех, что мы тут увидели, у перса самое плохое место. И основные, наверное, проблемы первые будут, видимо... Но я поставлю город к горе, вот где твой воин, чуть ниже. То есть, ниже алмазов тех. Ниже алмазов, то есть между алмазами... Это сейчас и... Сириус и Анатолий. Между алмазами, рыбой, ну под гору, в общем. Если на рыбу, понятно. Да. Это Анатолий и Сириус между собой сейчас общаются. Ну вот смотрите, 5 ходов у перса город осталось до строительства поселка, а 4 хода у русского. Ну, естественно, Сириус, по идее, раньше подойдет, если, конечно, просто местность как ему Анатолий давно мешать не будет. Честно. Ну, Сириус... Сириус, конечно... Одни джунгли. Он так лукавит немного. У него место получше. Ну вот сверху, да. Сверху у него джунгли. Ну, может быть, что-то типа того. Так, у Кицалы 4 хода. У Ары 3 хода. 6 ходов. Что-то долго почему-то у Танахамона... Затянул он с поселенцем. Так, ну и давай. О, Ацтек решил великую библиотеку строить. Интересный ход. Знаете, походу у египтянина и ацтека будет завязка на море. Потому что они мало того, что вдвоем на море единственные из всей компании, кто поставил столицы на море. Я предлагаю вот до сих пор не могу понять, почему этот перс не сделал. Так. Это Сириус, а у тебя внизу есть вообще что-нибудь? Так они ну, еще и рядом. Как ко мне ближе, чем относительно Сириуса? Паша, в середине с тобой. Не, я спрашиваю, ну, Сириус, у тебя вот внизу, вниз, так, если это... от Москвы идти, есть вообще что-нибудь? Справа от меня есть Ара. Ну, там еще место для одного города, а так там ГГшки. Я так понимаю, Ацтек вот предлагает... А, ну вот неплохое чудо у Ацтека. Смотрите. Улуру, как я понимаю. Ацтек предложил Тутанхамону, Эфиопу, типа, сделать границей речку, где куча бананов. Правда, я не вижу. А, вот эта река. А Тутанхамон решил, что он про другую реку говорит. Вот. А Ацтек эту реку еще не нашел, собственно. Вот видите, где сам Тутанхамон, вот его юниты стоят. Тутанхамон решил, что он про эту реку, но на самом деле нет. Ну, у Тутанхамона, по-моему, самое лучшее на данный момент положение. Вот так. И просто мы видим, что у остальных делается, да? У него лучше всего куда города ставить. Самое большое место. Единственное, что, конечно, и тут я думаю, что зря Тутанхамон не поставил, например, вот на то же серебро прямо. У него бы тут было неплохо отъедаться, мне так кажется, на море. Ну, хотя в данном случае это так, 50 на 50, это от стиля игры зависит. А вот к персу все-таки
вопросы. Так, что у нас тут у египтянина? У египтянина тоже, он, знаете, так кицал за горами, у него нету, нету соседа, вот прям такового конкретно, который рядышком тут находится. И он может спокойно развиваться, заняться развитием. Так. Ну и мне кажется, все-таки, как я и говорил, что будут морские проблемы между Египтом и Ацтеком. Причем Ацтек уже видит город Египта. Я думаю, ну, я бы на его месте так уже задумался по поводу... Алексей вернулся. Я бы на его месте уже задумался по поводу того, что... А по поводу того, чтобы прям идти в Голиасы. Ну, тут места особо нет, лексов маловато. Всех места мало. Видите, кицал не видит еще. У нас вообще суши как... У нас вообще низкая. Кицал не видит, где Ацтек. Вообще. Пангея, низкое море. Так, ну, все эти все тут потихоньку принимают традицию. Вот и... Что так плохо, что ты моя с едой? Дворец, еда. Ара взял. Ара взял плюс 10%. Ну, я не считаю, что это хороший пансион. По той причине, что это 10% к избытку еды. Только к избытку, а не ко всей. То есть, если у вас там сверху 2 яблока, то вы будете получать еще 2 десятых. То есть, 2,2 десятых яблока. Лишнее яблоко каждые 5 ходов. Ну, так. Ну, с другой стороны, а что ему еще брать? Ну, может, может быть, имело смысл взять на... пустыню, да нет, тут мало пустынных клеток. Все, что еще? На, культура я на выгоны не очень. Вот, вот тут тоже, вы знаете, я вот как смотрю, и в, очень, очень качественная карта получилась, потому что практически у всех, это я сейчас включил вид от Ацтека, что он там выбирает, практически у всех... Очень одинаковые старты, то есть со своей особенностью. Нету какие-то, нету возможности взять какой-то крутой пантеон, например, да. То есть не прямо, например, вот у Москвы там 2 золота, чтобы взять пантеон на золото. Нету такого. Ну, у Кицала, да, у Кицала пантеон на еду. Прикольно, вот он взял рядом с Улурус. Еду на цитрусовые. Стольно, что ли? Да, ну почти. Не знаю, дотянется. Кицал нашел Ацтека. Наверное, нет. 13 клеток между стольными, они все покрыты полностью. Кстати, что там Ацтек по этому поводу думает? Чего, 13 клеток между тобой и Улур? Я же вижу твою границу. Кстати, нет, в принципе... Между Улуром меньше, да. Интересная идея, видите... Ацтек решил отъесться, отъесть столицу, когда, в то время как все остальные строят поселов, все построили поселенцев, абсолютно все, кроме Ацтека, он решил отъесть столицу и построить библиотеку. Единственное, мне вот очень интересно, что он пытается взять. Неужели он пойдет в Петру? Но у него всего, по-моему, 3 там Петра холма. Я не думаю, что это прям такое классное... Раз, два, нет, 4. 4 Петра холма. Причем на 2 из них выгоны будут построены. Ну, да, неплохо. Тут неплохо будет Петра. Но прям так, чтобы рашить... Ух ты, кто-то бил, рашить в нее. Это так помогает. Я не думаю. Я не думаю. О. Видите, как все прочекали сразу? Вот вам игра с понимающими людьми. Ну, это проверяется очень просто, что в то время ты открываешь демографию и видишь, что у кого-то очень много населения. Там вода. То есть кто-то не... То есть кто-то не строит поселенцев, а в это время отъедает город. Петра... Я вижу один холма. На 3 холма. Ну, средненькая такая. А что ты, не Паша, не принял этот пансион на... Не, ну, перс, класс, перс не будет. Ну... А, смотрите, русский,
Русский еще с персом. Я русский а, первый поставит. Сейчас я перс расстроится следующим ходом. Я же не выходил. Ну да. Сейчас уже 18, наверное, где-то тогда. Стоят три я клетки между ходу, поселенцами. Ну, русский уже дошел до того места, где он хочет ставить. Сейчас мы посмотрим. Ну, блин, ну перс, а, так ну ё-моё. Перс, ну кто первый поставит? А чем ты так сделал? Перс поставил, сейчас русский расстроится. Ну, некуда чилиться, говорю. Ну, уже обговаривали место, но... Причем они друг друга не видели, самое что интересное. Хотя, может, перс и видел, может, я пропустил этот момент. Я поставил просто на две клетки правее, и все. Тут хоть холмы какие-то будут. Не, ну я с персом согласен. То есть, как бы, в данном случае действительно, пожалуй, некуда больше ставить. Никому так не кажется. Суровые, да. Как их многовато. Это кто, ацтек возмущается? Это больно. Конечно, для него суровый, но у него только два юнита, он ими ходит. Хотя, казалось бы, ацтеку должно быть наоборот. Или это ара возмущается? Подождите. А, ара, извините. Это ара возмущается. У кого-то, по-моему... А, звук вы, Катя, слышите с... С кицал, с записи кицала. Я решил не переключать звук, потому что у всех разные записи. У Анатолия, у Иуары вообще там проблемы с голосом какие-то были. Ну, а переключать звук просто, ну, зачем? Тут главное, чтобы слышать переговоры. Я послушал, самые лучшие переговоры записались у кицала. Питер правее не будет городов. Ну, блин, я хотел левее поставить, тут меня, блин, я подселил. Ну, в общем, выглядит... Зачем? Выглядит... Ну, не знаю, посмотри. И телефон. Купил, смотрите, купил у русского. О, 29-й ход. А почему перс не купил, кстати? У него было золото, чего он не купил этот... Так. А я не успел глянуть, что ацтек... Взял какую технологию. Извините, пожалуйста. Куда он... Ну, я думаю, что он взял... Либо не, математику он не мог взять, потому что у него колесо не открыто. Видимо, взял... А, нацколледж. Философию. Философию он взял. Ну, не знаю. Ну, с другой стороны, мне кажется, он увидит... Ну, то есть, он видит столицу... Кицала, и мне кажется, что он думает о том, чтобы ну, рашить его с воды. Это как бы логично, потому что, смотрите, ацтеку больше никто не мешает вообще. Эфиоп там где-то далеко. Эфиоп, вы видите, второй город даже не к ацтеку поставил. И они с Египтом единственные, кто на воде вообще находится. Поэтому... В принципе, логично пойти, например, прямиком в Голиасы и Египет вынести. Тем более, что у Египта и второй город не на воде. То есть, вряд ли Кицал сможет в производство обыграть на воде ацтека. О, русский уже третьего поселенца построил. Ну, правильно, тут надо расселяться. Тут, я думаю, что будет завязка с персом, а это значит, что надо больше городов и больше, соответственно, больше производства будет. И Сириусу, мне кажется, Сириусу уже, я думаю, есть план просто выносить перса. И тем более, вот то, что я вижу, у перса намного хуже с городами будет, соответственно, и производство, и развитие, и так далее. Ну, Ара, Смайя и Эфиоп. Видите, Ара перекрыл уже проход к русскому Эфиопу, если им там захочется, например, встречаться. Кстати, интересно, кто кого встретил. Сириус встретил Эфиопа, Перса и Майю. Кицал только Гонзу встретил, только ацтека. Так, перс, что у нас? Смотрите, перс в обработку в своих бессмертных. Может, он теперь
планирует вообще Сириуса атаковать. Ну, Перс встретил только Сириуса и Тутанхамона. Ара, как ни странно, встретил только Тутанхамона и Сириуса, хотя, по идее, он тут в центре, и все возможности есть побольше людей встретить. Так, Тутанхамон встретил всех, кроме Кицала. Ну вот, один из плюсов жизни в центре карты, что ты быстро всех встречаешь, и у тебя определенный бонус в науке будет. Ах ты! Некрасиво. Гонза поступил. А Тутанхамон промолчал. Причем Гонза видел, что там лагерь был. Просто взял, спер 16 монет у Тутанхамона. В математику. Ну, вот эта игра через нацколледж, то есть философия, хуже, быстрый нацколледж одним городом, она была прикольна до выхода Brave New World. Не знаю, кем-нибудь. Там были слоны, а тут кем? Казаками? До казаков еще жить дожить. Это Перс с русским пытается договориться, чтобы его не убивали. Ну, скорее ты мне будешь мы понимаем Перса, потому что у него тут не очень с местами. Нет, не буду. А, ну, смотрите, вот Перс взял... А ты откуда пришел, кстати? С востока. Перс взял на пантеон. Из-за гор? На пустыню. Из-за гор, да. Из-за Эфиопии. Так, а кто там? Издалека. Ара боится, что кто там рабочего будет? Ну да. Он на краю континента, я рядом. А где поселенец? Что-то я не вижу, где поселенец. Майя. Кицаль, значит, с краю совсем, да? Один. Да, кстати, чем тут Кицаль занимается? Да, о, все достаточно. Храм Артемида. Да, да, у Кицала. Смотрите, смотрите, как все фигово у Кицала. Мне нравится, как acting like he... Как будто у него все плохо. Хренаси, варварский лучник отстрелил меня разведчику, у которого половина хп было. Снайпер, как вот Леголас недоделанный. Это кто там? Это Ара возмущается. Что там за звуки какие-то у Кицала? Давайте глянем. Так, он храм Артемиды строит. Ну, при таком количестве еде, в принципе... Просто у тебя, как я понимаю, есть еще там места и люпсы там, куда селиться. У меня тут вообще провал какой-то. Ну, поставил бы хотя бы город левее на одну клетку, и нормально бы это... Я бы не возмущался. А так мне пришлось в Питер ставить из тебя правее, не под гору. Понимаешь, в чем дело? Я из-за этого расстроился. Ну, блин, ну тут смотри, просто тут и овцы есть, и а так... Когда мне ни овец не купишь, ни хрена не сделаешь, если левее поставить. И не у горы будешь, тоже. Ты у меня вон, вообще, купил уже гемы. Правильно Кицал строит храм Артемиды, потому что у него много еды, а Артемида как раз дает процент к еде вообще всей, которую добывает город. По-моему, тоже 10% или 15%. То есть в данном случае, смотрите, у него 2 цитрусовых, это 4 еды. Нет, 6, 10 там от... Просто он уже одни обработал. 10 от пшеницы, потом еще он бананы добавится, будет 14. То есть, как минимум... Ну, лошади еще. То есть, как минимум, 1,5 яблока все, вход. Больше вход. В сторону селиться вообще города стоять не буду. Да и негде. А что, уже Кицал третий поставил? Ага, вот он будет Питер и Новгород отъедать. Отлично. Видите, повезло, у них тут внутреннее море у русского. Собственно, Майя там не будет ставить города. Вот Кицал сразу... Сириус сразу решил, что... Кстати, кто будет у перца уводить эту чеченицу? Да, с таким, как бы, спотом я не думаю, что... Походу, это не Кицал построил. А кто? Ну и не... Не ацтек. Блин, у меня варвар сейчас. Похоже, неужели Эфиоп построил? А я пропустил. Да, Эфиоп построил, представляете? Эфиоп угнал у Кицала храм Артемиды. Я не против.
Кстати, тоже вполне у него тут... Ну, у него поменьше еды, конечно, чем у Кицала, но на будущее может быть неплохо, потому что у него и речка есть. Так, ну вот... мне кажется, что пока лучше развитие все-таки русского. Я, как вы знаете, предпочитаю больше ставить города в начале игры, чем строить чудеса, потому что, вот смотрите, Сириус поставил сразу два города. Тутанхамон, а зачем так храм Артемиды? Причем у него очень неплохие. Да, мне кажется, тоже интересно. Зачем? Хорошее чудо. Да, чудо хорошее. Катманду. Кто бы спорил? Он решил не возвращать, что ли? Никто не отбил. Что бы ему не забрать? Отбил у варвара. Ну, я думаю, Кицал расстроился, что у него храм Артемиды угнали. Тут деньги не самое важное в данном случае. Он будет третий город строить. Так вот, у Сириуса он сразу понял, где у него хорошие места. Повел туда город, поставил. Чуть проиграл персу, конечно, в городе, но все равно... Я уверен, что у русского Санкт-Петербург будет лучше город, чем вот у перса тот, который он поставил. И тут бонус в том, что он может их караванами морскими очень неплохо разогнать. Производство неплохое, то есть он уже очень хорошо. И впереди радужное развитие. А народ вот построил чудеса. О, а что там? А вот там что в перспективе торговать будет? Что тут у... У меня очень много этих алмазов. Но они все в джунглях. В перспективе они будут. Это через 100, да? Что тут у Майя с третьим городом? Почему он такой раненый весь? Смотри, тут, конечно, варвары Ару одолевают. Вон, чеченицу его. Ну, у Ары... Интересно, а почему он второй город вот Текаль там поставил? Потому что там... И вот видите, он тоже испугался, что не поставил на море Текаль, а мы с вами знаем, что он мог совершенно спокойно на море ставить, потому что два его соперника, которые стоят на море, они в другой стороне. И даже если там они друга вынесут, то плыть, захватывать Текаль даже в поздней игре будет... Русский, смотри, ты армию уже подстраиваешь. Напряжно. Слушай, Майя, можно я сквозь твою границу там под Поленки внизу пробегу через вар? Ну там, в принципе, ничего интересного нет. Я, честно говоря, не очень понял. Мне на сторону от тебя хочется пройти. Давай, давай. Ты, я так понимаю, разделяешь континент пополам с собой. Да, я чисто в центре. Я не очень понял, зачем... Зачем все-таки Ацтек так рашил библиотеку? Мне там больше не придется пробегать через тебя? Нет, это может пройти еще. Он взял философию, с которой он не имеет сейчас никаких бонусов. То есть он не построил нацколледж, он не строит оракул, а больше в философии ничего нет. Храмы ему тоже, ну, сейчас не построить. Да, и, кстати, Ацтеку очень важно ставить города на реке, потому что иначе его уникальное здание не будет строиться. Но вот столица, видите, у него не на реке, тут не очень подвезло. Так бы, конечно, если бы Ацтек был на реке, я бы на его месте шел в Артемиду, в сады. Сириус, ты к чему? Вот это лучше бы урвал. Давай решать уже. Я с тобой не собираюсь воевать. По крайней мере, пока точно. Я вон расселяюсь. Так, что у Эфиопа? Да? Ну да, да. Мы мало ли с чем там. Пока, конечно, все очень ровненько идут. Мне очень... Я очень доволен, что получилась такая карта ровная. И он сейчас... плой был, да? Ну, мне не особо жалко, на самом деле, что ты его убил. Сейчас ребята должны показать. Это, смотри, ты именно... собираешься еще вообще выше города ставить по реке? Нет. Ну я бы не хотел, чтобы там ты там ставить. Ну, я бы почему? Не хотел. Но это близко уже к Москве. Ну, блин, я не буду нападать на Москву оттуда. Мне просто реально нужен. Мне просто некуда ставить, понимаешь? Ну куда мне еще? Ты посмотри, вот скаутинг, пройди туда.
налево, там у тебя метик, красители, блин, два люкса. Да, два люкса, но посмотри территорию, там ни молотков, ни еды, там ни хрена нет. То есть там ни реки, ни горы, то есть где, ну, расти негде. Для воли, а в джунглях есть. А в джунглях есть. Тут река есть хотя бы, значит, вокруг реки можно. Ну там производства нет. Подождите, а что, перс в волю пошел? Ну, река это уже как бы неплохо. Да, судя... Ну, я сказал, я бы... А, нет, то, там нет, город. Традиция. Вот все в традицию. С горды еще ладно. Я не очень... Они, ну так, не близко к Москве. Я не очень понимаю, почему перс не хочет поставить это, город вот... Слишком, по-моему. Смотрите, слева медь, красители, ну, холмы. Ну, блин, там на море ты можешь поставить город. Ну, ё-моё, какие места тут слева? Я с Сириусом согласен, между прочим. И сверху там есть место. То есть, вот на в данном море, случае персу... даже если не там считать, что... Да, да. Ничего себе. Даже если не считать, что там внизу русский, например. Кого там? Вот предположим, что русского бы там не было, то это все равно плохое место, в которое хочет перс внизу поставить город. Там какие-то джунгли сплошные. Там и да... Ничего себе. Бывает же. Бывает. Да, карта вообще, честно говоря, довольно необычная. То есть это надо вырубать эти джунгли, ну, какого производства в городе нету, зачем, я не знаю. То есть если размышлять с точки зрения перса, то туда имеет смысл только ставить город, если он планирует атаковать русского. Но я уверен, что Сириус тогда как бы подготовится, и уж этот город точно берется, тем более, что этот город, он не будет давать никакого производства вообще. Не знаю, не знаю. Так, я смотрю, Анатолий какой-то любитель водных мельниц. Прям во всех городах строит. Анна, что у нас у Кицала? У него пока... Ну, вот он третий город будет ставить. Интересно, где? Очень интересно. Эти выбирают, что строить. Трирему. А, нет. Колесницу, видимо, варвары уже одолели. Да, надо пойти разобраться, почему нет. Тебе повезло соседям, что Египет не может к ним быстро падает. Прискакать. Я же говорю. Ну, тут да, это так. А давай мне условно, попробуем, что чем? Она падает, конечно. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. Подбиваться от... Смотрите, Гон заходит и чужие лагеря собирает. Не буду, да, если ничего не смогу сделать. Это вот... Это ара претензия к Гонзе. А тут он Хамон промолчал, когда у него Гонза забрал лагерь, между прочим. Не знаю, затаил ли он, или просто такой добрый человек. Будем надеяться, что затаил и будет потом выносить от стека. Я отойду на пару минут. Так. Давай. Ну, у всех тут чисто развитие идет. Все играют в развитие пока. Завязочку я вижу только между персом и русским. И, конечно, ну, если бы русский видел полноту всей картины, наверное, можно было бы... Я бы попытался уже на меткалуках, наверное, перса вынести. Но тут дело в том, что я как бы вижу всю карту, именно исходя из этого. Я вижу, где остальные находятся, как у них с развитием, знаю, как перс развивается. Ну, я вот считаю, что то, как дальше играет Ацтек, нивелирует его, то, что он построил библиотеку. Надо было тогда что-то другое брать, например. Ну, зачем он взял философию? Типа, что она дороже, чем математика? Я тогда уже взял математику с нацбиблиотеки, с Великой библиотеки, и построил сады быстрее всех, раз уж так говорить. И в Петру бы тоже нормально вышел. То есть, возможно, он сейчас в Петру тоже первым выйдет, но у него не будет такого плюса по развитию, как если бы он построил сады. Тем более, что сады – это бесплатное
Что там, бесплатные... Ну, висячие сады дают бесплатные просто сады, которые плюс 25% к рождению великих людей. А сады, они строятся только на реке. И вот Ацтек бы сейчас мог получить эти сады, хотя он не на реке находится. То есть это один из вариантов получать сады, находясь не на реке. Это построить висячие сады. Но он это не делает. Потому что он не взял математику. Кстати, по-моему, сады никто сейчас не строит. Так, здесь эти водяные мельницы, тут ара свои. Тут тоже водяные мельницы. Чуть-чуть, они так все на водяные мельницы. Я бы не сказал, что водяные мельницы прям супер. Сириус, четвертый город, где мы попадаем? Здание, оно слишком... Оно вначале сдает слишком... Берет слишком много золота на содержание. Я не знаю, слишком много на содержание. Я знал, я бы советовал бы. Мой совет был бы полезен. Так ты уже разведал? Ну, я не знаю, вот... Сейчас, через Суза, смотрите, где он Суза поставил. Разведывать. Почему Перс так странно ставит города? Почему он боится ставить на море? Ну, блин, ладно, тут мы видим территорию, просто что, видим, где египтянин и ацтек. Эфиопия, ну, удивительно. Я просмотрел, к сожалению. И русский основал религию. Россия, щедрая душа. Это с чего вдруг? С алмазов. К сожалению, пропустил я, кто какие принял верования. Ну, я могу сказать, что явно взял плюс 4, плюс 1 золото с 4 жителей русские. Похоже на то. Ну, еще позже посмотрим. Кто-то уже вышел... в следующую эру. Ну, тут, видите, опять же, никто не торопится. Вот, смотрите, Сириус уже 4 города поставил, и он почему-то не побоялся 4-й город на море поставить. Хотя у него там выхода никакого нету абсолютно к морю. Почему Перс... вот видите, там какое классное чудо. Ну... Понимаете, дело в том, что даже если этот город захватят, то остальные города неплохи. Ну, тут у Перса все пошло не так, начиная с того, что он столицу не там поставил. Ему надо было вот на тот холм, не знаю почему, он испугался. Наверное, Сириус сейчас тоже смотрел на города Перса и думал, почему он испугался. Ну... Кецал везде библиотеки строит. Поплыл триремкой разведывать. Ну вот, я, честно говоря, думал, что... А, ну вот, начал великие висячие сады строить ацтек. Я, честно говоря, думал, что ацтек строит великую библиотеку именно с прицелом на Голиасы и пойти Египет вынести. А так у него получилось, ну, как бы просто библиотека. Она не дала тех бонусов, которые должна была бы дать. Вот слушайте, а почему ацтеку вот там вот сверху не поставить третий город? Смотрите, там у него и олени, ну, на море, олени, тот же жемчуг, есть камень, то есть, например, Геликарнасский мавзолей неплохо бы зашел. Почему он не ставит города на море? Вот у Кицала просто некуда на самом деле ставить города, он поэтому и не ставит на море. А вот у Перса выше его столицы нормальное место, между прочим. Так, что-то мы мало внимания уделяем Эфиопу. Вон там коляски строит. 6, 5, 1 у Эфиопа города. Но смотрите, вот у Тутанхамона очень неплохо города стоят. У них потенциал офигенный. Если он еще вырубит тут все эти джунгли у второго города, я бы еще 4-й поставил.
Я думаю, вот справа от Адис-Абебы и ниже Адвы. Там место должно быть, по-моему. Ну вот, Эфиоп даже первый по населению. Ну, отстает там по науке немного, но ФФА это... Так, и что он с рабочим забрал себе? Эти все себе рабочих забирают, не отдают городам-государствам обратно, а все себе. Ну вот, блин, у ацтека строить висячие сады 12 ходов. Он-то, конечно, отъел столицу, но он... Вот смотрите, 8-2-1 у ацтека, да? У Эфиопа 6-5-1, и он первый по населению считается. У майя 4-3-1, но у него тут проблемы с варварами были. Ему пришлось просто строить юниты. Так, у перса тоже проблемы. 4-3-1. В принципе, как и майя развивается. У кицала у нас тут все неплохо. 6-3-1. То есть, вот пока по населению Эфиоп с Египтом впереди. Русский чуть отстает, но у него потенциал к росту тоже очень большой. Давайте посмотрим, сколько у него роскоши. Раз, два, три. Три ресурса роскоши, что я вижу. То есть... Три, блин, тоже вот вопрос, почему перс поставил пасаргады и не выкупил эти драгоценные камни, ведь мог неплохо их использовать. Так, здесь никакого ресурса роскоши. Ну, три ресурса роскоши, но зато у русского есть чем меняться. Ладно, что у перса у нас? Ой, у Египта, извините. Так, у него два цитрусовых, три цитрусовых даже, серебро и сахар. Ну, так же, как у русского. Вот мне кажется, что у Египта и у русского, я бы даже сказал, и территория примерно, знаете, такая одинаковая, и вот ровненько так все будет. Но у русского очень классное внутреннее море. Так, ну, у перса сахар, красители, серебро и медь. У перса больше всего уникальных ресурсов роскоши, но у него нету чем меняться. У него нету чем меняться. Слишком много холмов, слишком много гор. Холмов, гор, джунглей. Да. Да, мне тоже кажется, что это карта на развитие такое, но... Примерно в средневековье, по идее, должны начаться. Хотя я бы все-таки на месте русского попытался перса снести. Тут может получиться. Кстати, ацтек майя не так уж и далеко от русского. Если что, может и прийти на помощь. Так, что у него? Ага, плюс 100 он берет. Нет? Видите, как майя уже три религии уже. Тут у нас еще война религий будет, между прочим, и мечети. Че, уже все религии так основали, офигеть. Да, 50-й ход уже три. А у русского... Офигеть. Ацтек Слуру, кстати, так и не основал, забавно. Ну, вообще, по-моему, 4 религии можно основать. Ничего себе. Вот, Жеш, но я город поздно ставил, потому что Гиблу делал. Да... Че, Библа тебе помогла? Честно говоря, Улуру я очень поздно нашел. Ну, Улуру поздно нашел? У тебя в четырех клетках от столицы. Ну, вот. Ну, подальше чуть, но неважно. Я пошел разведчиками вниз, направо и по северу одним. А Улуру осталось там в тумане. Каждый раз. Вот видите, то есть из-за того, что человек строил библиотеку, он потерял религию. Но, хотя, с другой стороны, я бы, честно говоря, на карте, где есть Эфиопия и майя, за религию особо не гнался. Лучше пускай, например, Эфиоп распространит на ацтек религию, а вот используя веру с Кулуру, там тоже не нужен. Ацтек может что-нибудь покупать. Так, а смысл? Да вообще, как сделали религию-то? Ничего не построили. Сидели молча и просто делали. Так, у майя серебро, какао,
Какао, какао, медь. Серебро, какао, медь. Серебро у него есть один на обмен. Ну, вот с ресурсами, похоже. А, он может, еще. Виктория у него? Нет, только у него Артемида, я так этот... понял, построена, да? Хрюшки, а-а-а. Хрюшки. У него тут бананов, много. Еще у нас все. Ну вот из чудес у нас Гибралтар найден и Улуру. Никто не рискует, вольный. А Кетцал тоже традиция, да? Ну, у меня да, тут да, можно да. один город поставить, как бы, это. Я вообще когда думал, что даже вообще места не будет, короче, когда развел. Я думаю, тут уже все постепенно закрывают традицию. Не знаю, я бы еще поставил... Ну, правда, сейчас мы еще не посмотрели, какие ресурсы у Эфиопа. Серебро. Серебро я пока только вижу. Ну, плюс 5 счастья. Сахар в перспективе. Шелк. И внизу слушай, там еще какао. Брать религию, ну, нет, неплохо с ресурсами. Почему нет? Сажать пророка. Если мне дадут... Почему нет? Нет, я имею в виду, ты, да, у тебя там что-нибудь осталось, что нормально? Или ты будешь сажать пророка, который... Смотрите, бананы. Я, скорее всего, возьму, наверное. Хотя... Хотя ты ему дал отличную мысль. Ну нет, я не знаю. Просто религия-то нужна. Я не знаю, как быстро мне придет от... Золото. Нет. У тебя достаточно один город, а дальше там уже будешь распространять. И цитрусовые. Знаете, можно, ну, вот да. я бы... Русский, я не против, если ты ко мне свою религию... Ну вот какие религии у всех взяты. Да, у тебя дают два золота. Значит, пагоды взял Эфиоп, и производство взял русский. Вот справа от Харара отличное место. Можно, конечно, подсидеть ацтека, но пускай там ацтек сам волнуется. Там и... Золото есть, и цитрусовые, и лошади. Я бы попытался еще тот четвертый город впихнуть. Ага, 7 ходов, висячие сады, а у ацтека тоже 7 ходов. Блин, а я не помню, кто из них каким заходил. А, Гонза Хост, так что ацтеку достанется, если что. Если что, достанется ацтеку эти чудеса. Так что надо бы Эфиопу попробовать все-таки под... побыстрее построить висячие сады. Оракул строит... Ну вот видите, все в чудеса ломанулись. Оракул строит Кетцал. Только сейчас в библиотеке строит Перс. Ну, ара тут все с этими... С войны... А, во, висячие сады, один ход у русского. Ну, ладно, я думаю, для первой серии этого достаточно. Давайте на этом ходу мы закончим. По-моему, неплохой формат. Я вот впервые так комментирую, мне очень понравилось. Думаю, продолжение будет через день или на следующий день. Вы слышали Лёшу Халецкого? Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.